какова на сегодня эпидобстановка? Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается стабильно напряженной, находящейся под контролем органов государственной власти и органов местного самоуправления. На 24 ноября 2020 года выявлено 219 новых случаев коронавирусной инфекции, 49 из которых являются носителями. Необходимо обратить внимание на то, что в столицу республики приходится 118 случаев. Наибольшее количество случаев по районам республики выявлено в Алекминском, Алданском и Сунтарских районах. Необходимо, что касается количества случаев, выявленных в районах республики, обратить внимание на следующее. В соответствии с указом главы Республики Саха-Якутия обязательным для граждан является нахождение и изоляция в случае, если выявлены первые признаки острых респираторных заболеваний. Поэтому большинство сегодня выявленных случаев – это как раз случаи, выявленные в результате, в том числе, исполнения гражданами этого указа. Так как каждый случай вызова на ОРВИ рассматривается нашими врачами как случай непосредственно возможного коронавирусного заболевания как такового. Поэтому сегодня непосредственно та система, которая была заложена указом главы Республики Саха-Якутия, показывает свою эффективность с точки зрения и своевременного выявления случаев, и затем последующей работы для того, чтобы непосредственно, значит, выявлять эти случаи и люди выздоравливали. Необходимо обратить внимание, что сегодня завершился утро с утра. Состоялся оперативный штаб республики совместно с оперативными штабами районов республики, на которых глава заострил необходимость внимания глав муниципальных образований контролировать наличие, соответственно, значит, лекарственных препаратов в аптеках и соответственно, под личный контроль глав муниципальных образований поставил необходимость обеспечения и контроля за именно поставками, которые осуществляются в район, и, соответственно, за их, значит, разумным приобретением на территориях муниципальных образований. За сутки лабораториями проведено 2196 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Вообще с начала пандемии количество обработанных тестов составляет 758-596 тестов. Уважаемые граждане Республики Саха-Якутия, конечно же, сегодня еще раз хотелось бы обратить внимание, что большое внимание необходимо уделять нашим пожилым гражданам. И еще раз внимание. Есть очень много одиноко проживающих граждан. Если у них нет детей, соседи, обращайте внимание, когда у вас последний раз выходил сосед, все-таки проявляйте большую доброжелательность к тем, кто живет с вами рядом. У нас появились случаи, участились случаи появления тяжелых больных именно из одиноких граждан. Поэтому заботьтесь о тех, кто рядом, ну и соответствующие меры государства, именно органы социальной защиты будут также этому вопросу уделять. Спасибо.